Новому столетию. Новое Иваново 19 мая столица региона отмечает день рождения. Оргкомитет в мэрии обсудил последние нюансы. В этом году развлекать горожан будут на 29 площадках областного центра. За один день пройдет порядка 100 мероприятий. Некоторые начнутся с самого утра. Например, парад колясок в Шереметьев-парке в 10 часов. Торжественное открытие на площади революции традиционно в 12:00. Творческие коллективы города покажут театрализованное представление. Но в этом году не будет шествия, зато обещают много интересного реквизита. Площадку откроют для зрителей. В отличие от предыдущих дней города, хедлайнера, звезду эстрады мы не приглашаем. У нас будут работать наши ивановские группы. Это группа Bright Town и Минус 30. Новая площадка, которая претендует стать местом притяжения горожан – молочный дворик на площади Пушкина на стороне кафе «Вернисаж». 8 производителей переработчиков молока представят там свою продукцию. Работать площадка будет с 10 до 17 часов. С 10 утра стартует детская анимационная программа. Для детей подготовлены призы, подарки, конкурсы. Каждого ребенка мы встречаем кружка молока и кренделем. В час у нас происходит торжественное открытие молочного городка. Дальше стартует взрослая семейная анимационная программа. Молодежный арт-арбат в аптечном переулке также приготовил массу интересного и увлекательного. Политех представит живые скульптуры. Фигуры начинают двигаться от прикосновений. Для любителей Китая и его традиции будет работать китайский дворик. С элементами дегустации и возможностью приобретения китайского зеленого чая. Там же будет фестиваль единоборств, и наши юные, молодые жители, да в принципе жители города, смогут посмотреть на китайского дракона, который будет ходить, с ним можно будет сфотографироваться. С программой «Дня города» можно ознакомиться на сайте администрации. Наш телеканал покажет прямую трансляцию самых интересных событий этого дня. Включайте РТВ в 11:50. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.